Восковики относятся к семейству пластинчатоусых. Маленькие жуки отличаются большим количеством волосков на теле и пестрыми надкрыльями. Распространенный вариант окраски – желтый с черными перевязями. Летом на цветах шиповника можно заметить жука, похожего на шмеля. Это восковик перевязанный. Его грудь и брюшко обильно покрыты густыми рыжеватыми волосками. Жуки летают все лето. Встречаются в широколиственных лесах, на юге – в горах. Личинки совершенно не похожи на родителей. Червеобразное потомство скрыто живет в трухлявых пнях. У этого жука есть несколько названий. Восковик перевязанный, восковик обыкновенный, восковик полосатый, пестряк полосатый. Англичане называют его жук, похожий на пчелу. Причиной прозвища стало густое опушение желто-черной окраски насекомого. Он действительно похож на пчелу своей окраской и опушением, благодаря которому он опыляет цветки, перелетая с одного на другой. В средней полосе эти жуки летают с июня по сентябрь, а в южных областях начинают летать в апреле. Латинское название этого летнего жучка – Trichius fasciatus. Энтомологи относят его к пластинчатоусам. Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, этот жучок обладает солидным опушением. Перелетать с цветка на цветок ему помогают хорошо развитые крылья, прикрытые в состоянии покоя жесткими надкрыльями. В средней полосе его можно заметить на цветах шиповника. Но особых предпочтений у жука нет, поэтому его можно встретить и в лесах, и в горах. Восковик перевязанный или восковик полосатый обыкновенный – представитель семейства пластинчатоусых, рода восковиков. Длина тела жука 9-16 мм. Форма широкая. Основная окраска черная. Голова небольшая, направленная вперед. Усики 10-членниковые с характерной 3-членниковой пластинчатой булавой, раскрывающейся в виде веера. Глаза фасеточного типа. Крупные и выпуклые. Голова покрыта точками и длинными желтыми волосками. Передняя спинка уже над крыльями. Ее самая широкая часть находится посередине. Передний край сильно сужен. Боковые части закругленные. Передние и задние углы тупые. Передняя спинка полностью опушена. Волоски насекомых окрашены в рыжевато-желтый или серый цвет. Надкрылья матовые, слабовыпуклые. Имеется несколько блестящих бугорков и продольные бороздки. Основной фон светло-желтый. Рисунок в виде черных полос по боковому краю и шву. Надкрылья по длине короче брюшка. Часть его остается неприкрытой. На поверхности надкрылий имеются три поперечные перевязи, последовательно идущие от основания к заднему краю. Средняя – прерывчатая. Светлые прозрачные крылья хорошо развиты. Жуки летают в поисках пищи, спасаются от опасности. Брюшко черное, сегментированное. Задний конец, выглядывающий из-под надкрылий, покрыт длинными рыжими волосками.
Ноги длинные, стройные, покрыты густой грубой пунктировкой. На передних голенях снаружи два зубца, на задних конечностях шиповидный вырост. Лапки оканчиваются острыми коготками. Рисунок надкрылий значительно меняется у насекомых, живущих на разных участках. Соотношение желтого и черного цвета меняется в разных вариациях. Такая изменчивость называется аберрация. Она возникает случайно под действием температуры и других факторов, действующих на личиночную стадию. Встречаются особи с короткой передней и средней перевязью, жуки с преобладанием черного или желтого цвета. Восковик обыкновенный относится к летним видам. Жуки появляются в мае-июне. Летают все лето до сентября. В зоне субтропиков Закавказья имага выходит на поверхность уже в апреле. Места обитания – прогреваемые опушки широколиственных и смешанных лесов, поляны и луга, заросшие высокой травой и кустарником. Насекомых часто встречают в садах и на огородах. Они кормятся на моркови, петрушке, укропе. Жуки являются не вредителями, а полезными насекомыми. На многочисленных волосках полосатого восковика цепляются много пыльцы. Летая между цветами, они способствуют перекрестному опылению. Насекомые активны в дневное время. Во время дождя прячутся под деревьями. Большую часть времени имага сидят на цветущих травянистых растениях, зарывшись головой в соцветия. Они питаются пыльцой и нектаром, предпочитают зонтичные, болиголов, борщевик, дудник, шиповник, бузина. Сезон размножения приходится на начало июня. Оплодотворенные самки откладывают 20-40 овальных яиц под кору, в дупла и трещины лиственных деревьев. Личинки живут в трухлявой древесине, пнях и крупном валежнике. Чаще всего встречаются в наружной части сухих подгнивших стволов и веток, лежащих на земле. Излюбленные породы личинок – осина, береза, ольха, дуб. При рождении они не больше 5 мм. К концу развития достигают 40 мм. Строение тела характерно для семейства пластинчатоусых. S-образное, цилиндрической формы, не очень толстое. Окраска грязно-белая. Голова небольшая, матовая, буро-желтая. Верхние челюсти широкие и хорошо развитые. Имеются простые глазки. Усики четырехчленниковые. Передвигается с помощью трех пар коротких ножек. Личинка проходит три возраста. В умеренном и теплом климате за год развивается одна генерация. Личинка зимует в древесине, а весной окукливается в колыбельке. Куколка мягкая, свободная. На крайнем севере потомство не успевает сформироваться за короткий теплый сезон. Развитие затягивается на 2 года. Эти насекомые обитают и в городах, но их популяция там сокращается. И виной тому выкашивание травы при стрижке газонов.
уничтожение в парках сухих деревьев и кустов. В Москве и в некоторых других крупных городах этот вид насекомых занесен в Красную книгу.